Две секунды! Классно. Массажер просто обучился в институте аюрведы и профессионал в этом деле. Приходится терпеть. Всем привет, друзья! С вами снова я, старый добрый Макс, и вы на моем канале. Это мое новое видео и долгожданное, потому что сегодня я буду делать массаж. Мне будут делать классный массаж. Короче говоря, сейчас я нахожусь на южном Гоа, деревне Кайласим. За забором пятизвездочный отель Данасилия. Если перейти через главную дорогу, то можно прийти вот в этот шикарнейший магазин номер 6, который называется Аюрведа. Аюрведический салон, короче говоря. И сегодня здесь мне будут делать массаж. Я первый раз в этом месте, и я хочу испробовать, как тут мне все сделать. Сегодня реально такая плохая погода, и я хочу себе поднять настроение, друзья. Ну что, вперед! Hello. Здравствуйте. А, вы по-русски говорите? Да, садите, пожалуйста. Это... Спасибо. Меня зовут Максим. Хорошо. Ваша? Меня зовут Шамнат. А. Очень приятно. Садите, пожалуйста. Так что, друзья, если вы не знаете английского языка, вы можете прийти в это место, и вам все расскажут на русском языке. Какой вы можете посоветовать массаж? У нас есть массаж на русском языке, меню, которое использовано. Есть разные 26 массаж. Ага, 26 массажей. У нас не салон, у нас клиники аюрведические. Есть врач, который говорит отлично по-русски. Он могу сделать вам консультацию, он смотрит пульс и язык. А то спрошу вас, какая проблема, либо какой массаж хочешь. Понятно. Можно так я вам советую. Да, а какой тут массаж, вот больше всего туристы какой берут? Ну, по-разному, после консультации врач вам скажет, какой массаж. Если у вас просто хоть релакс, вы можете, который первый массаж сделаешь. Просто релаксирующий массаж, 60 минут. А еще какие есть? Есть разные вам. Так, какие... Блин, друзья, тут реально огромный выбор. Ну, тогда ладно, посоветуй мне. Давайте сделайте первый массаж. А? Я вам рекомендую то, что сделала просто массаж. А? И есть простой релаксирующий массаж. Это получает голова, шея, лица и полный массаж. А, все тело? Да, все тело массаж. И ноги? Ноги, голова, шея, лица, все тело массаж получат. И лечебное масло, это знаешь, это массаж. Это очень хорошо для вашего здоровья. Классно. Значит, он будет длиться 60 минут, да? Да, это будет 60 минут. Понятно. И стоит 1200 рупий? Да, это стоит 1200 рупий. Понятно. Нормальная цена. Ну что, тогда приступим? Хорошо. Друзья, вот так выглядит комната, где мне будет делать массаж. Классно, мне нравится, просто супер. Здесь есть целых два этажа, так что могут в раз делать многим людям массаж. Давайте я посмотрим, что у нас там. Там лучше чуть-чуть. Там клиенты. Там клиент. Хватит, да? Что, начинаем? Да. Хорошо, меня тебя будут сделать массаж голова, потому что он еще сколько тебе 13, а то, что у него не нужно такое лечение, у него надо просто массаж делать. Поэтому меня начинает массаж головой. У нас есть специальное масло аэробическое, то, что помогало для волос, такой проблемы. Друзья, пока мне делают массаж головы. Все классно. Знакомый вкус масла. Все уже знакомо. Но вот такой процедуры я еще никогда не делал, чтобы все тело. Так что я думаю, будет новый экспириенс. Да.
сворачиваю позицию. Кто ж мне не будет лежать-то? Теперь мы будем залежать массаж лица. Массаж лица? Со специальным кремом, чтобы было красивее лицо. Еще. И какой крем вы используете? Это натуральный крем, то, что без аллергии, то, что кожа была хорошая. И мне глаза закрытыми оставлять? Да, надо закрыть глаза, будет лучше. Ну что, первый раз сделал массаж лица, и мне реально понравилось, нормально. Когда закрыл глаза, прям не понимаешь, как он-то руками шевелит там по глазам, то по носу. Такое чувство, что у него вот так вот рука, и он все делает вместе, не понимаю. Сейчас ты будешь делать массаж живота. Иди красиво. Друзья, я не знала, что это так щекотно. Мне нравится, прикольно так. Вообще, массажист мне попался классный. Все делает просто супер. Индийский массаж – это настоящий балдёж. А где ты научился так массажировать? У нас есть штат Керала. Где-то есть самая хорошая аюрведическая школа, колледж, где можно учить массаж. 1200 километров от Гоа, это получается штат Керала называют. И... взяли образование лекарство, медицинское и йога, медитацию. Понятно. И сколько лет надо учиться? Я учил 3 года. 3 года? И получили дипломы и айурведа. И сложно учиться? Да, потому что в теле есть разные точки, потому что ты это учил, тебе точно надо будет время, то, что учил. Друзья, сейчас моя самая любимая массаж ног. Дождался. Супер. Впереди еще массаж спины. До этого момента мой самый любимый массаж – это массаж ног. Не знаю почему, потому что, знаете, ну, релаксируешь-то просто. Сидишь,
и как я массажирую пяточку. Людям обычно щекотно, а у меня мурашки по коже идут, блин. И мне наоборот это нравится. Нравится ощущение, когда место там, где тебе холодно, наливать теплое масло, и тебе становится так тепло. Просто супер. Это как будто ты сидишь с книжкой и чашкой кофе там, за столом, и там тепло, ты еще в одеяло укутался. Это просто класс. Сейчас мне будет массаж спины. Дождался! Ля-ля! Массаж спины просто класс. Массажер просто обучился в институте аюрведы и профессионал в этом деле. Я реально доволен, что он делает. Приходится терпеть. Если будете на Южном Гуа, в деревне Кайла-Сим, то испробуйте это место. Я думаю, вы не разочаруетесь, потому что все просто супер. Ау! Осталось самое последнее. Закончить ноги и все. Понравилось, реально. Понравилось? Да, не ожидал такого. Друзья, мне сейчас сделали просто самую обычную процедуру. Просто всего тела. Это самый basic. Делали мне этот массаж час. И я им просто доволен. Я не могу это описать. Понимаете, это настолько классно. Ты просто лежишь и отдыхаешь. Сюда приходишь, когда первый раз, как турист, то доктор вас проверяет и выписывает вам, какие нужно процедуры принимать там, всякие разные мази, крема. Так что, классное место. А как еще раз ваше имя? Меня зовут Шамнат. 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 Значит, теперь, дорогие зрители, вы запомнили, как зовут массажера. And you are like a boss here or? I'm working manager, руководитель this clinic, здесь работает. У нас есть врач, доктор Радян, он хозяин, это он врач, он делает консультацию тут. А ты менеджер? Я менеджером работаю. Представляете, не делал массаж сам менеджер. Огромное очень спасибо. Очень приятно, увидимся. Познакомился с новым другом. Супер. Еще раз огромное спасибо. Мне реально понравилось. Всем доброго. Увидимся в следующий раз. Добро пожаловать. Огромное спасибо. Ну вот, друзья, сделали мне массаж. Классно, просто все супер. Мне понравилось. Отдохнул. Наконец-то. Теперь из фигового дня я поднял настроение настолько, что у меня теперь улыбка на лице. Супер. Короче говоря, будете в Кайла-Симе, проверьте это место. Вот, тут картинка. Супер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Какая фишка? Не забудьте всегда оставаться крутыми. Прикиньте,
и давай взлетать. Взлетел, а ему навстречу в космическом кресле тёлка такая подкатывает. Подкатывает. Да никак подкатить не может. Поводок-то у него короткий. И тут стало понятно, для чего Марк снял крышу с космического корабля. И он в скафандре через дырку в космическом корабле вылетел в космос. Вот ни за что не догадайтесь, как это он сделал. Он проткнул свой скафандр и напор выходящего воздуха вытолкнул его из американского пепелаца. И Марк прямиком полетел в объятия этой бабы, которая тогда его и бросила на красной планете. Короче, баба реабилитировалась. Доставляет она его такая на космический корабль, а там подельники по этому космическому беспределу его встречают. И знаете, что они ему первое говорят?